снять, надо ехать. Бросаться под колеса. Да ладно. Давайте-ка, знаете что? Начнем с самого начала, в принципе, всю миссию. Я постараюсь выиграть времени. Быстрой ездой, потому что так иначе не успею. Так, можно это пропустить. Прийти с Ральфом. Правда, там очень мало времени, то есть это мне еще надо машину угнать, это капец. Здорово, Ральф. Ну что, поехали. Сейчас у нас прогрузочка, да. Идите, Бобби. Летим, просто летим. Я не буду включать никакие ограничители, ничего. Плевать мне на копов. Вот это все время, что нам дается, это надо доехать до трека, забрать машину, приехать, отвезти ее в этот, блин, в мастерскую, при этом потом еще вернуть. Жесть. Что-то я думаю, на самом деле эта корыта особо и не едет. Еле-еле. Куча рыжицы вообще, капец. Тихо-тихо-тихо-тихо. Не врезайся, пожалуйста. Ничего, у нас нет времени на это. Здесь как не люблю. Вообще будет ехать теперь эта машина или все потрачено, блин?
старое корыто, разгоняйся. Надо срочно попасть туда. Так, ну сейчас вроде бы я много времени сэкономил, да? Хотя как знать. У меня возле десяточки стрелочка была. Прошлый раз начинал воровать машину. Посмотрим, сколько сейчас будет. Сейчас я эти затупы с Бобби уберу. Выйду из машины. Тормози, жесть. Здорово. Вечер добрый. Ты должна быть друг Ральфа. Да. Ладно, я пропущу тебя. Быстренько садимся в эту хрень. Давай, давай, поднимай калитку. У нас времени немного. Отлично. Давай прямо и гаражам. Господи, она не разгоняется. Ну давай быстрее, пожалуйста. Ты лишь не успею вообще ничего. Видимо, из-за того, что я стукнул, блин, тут что, машина вообще не хочет разгоняться, так сказать. Проходи, пожалуйста. Согласен, согласен, у нас мало времени. Сейчас уже получше. Парень, будь очень осторожен. На ней не должно быть ни царапинки. И копов сторонись, как огня. Это очень заметная машина. Да уж. Через полчаса здесь будет смена, и к этому времени ты должен быть на месте, приятель. Будь очень осторожен, машина быстрая. Может быть, это самая быстрая машина? Да, ну блин, ну диалоги вот эти вот вообще не нужны. Ты ничего не сделаешь за полчаса, если будешь стоять и разговаривать с дурачком. Нами. Едь. Но в этот раз у меня чуть-чуть больше времени. Вообще возможности.
теперь мне сейчас здесь надо. Сейчас я, возможно, успею. Вроде как времени хватит. Смотрим. Если я, конечно, не накосячу. От Сальери, так? Я Лука Бертоне. Привет, меня зовут Том. Говорят, ты можешь вытащить из этого зверя главную фишку. Не без этого. Ну тогда лучше шевелись. У нас всего 27 минут осталось. Не густо. Ага, только вот машину еще-то вернуть надо. Не все так просто. Посмотрим, что можно сделать. Можешь пока расслабиться. Расслабиться, расслабишься тут. Там, по-моему, нифига не 3 минуты я ехал, дольше. Ну, как продвигается дело? Только что закончил. Выезжай. Отлично. Но тебе придется торопиться. Она будет не так резва, как на пути сюда. Спасибо. Мистеру Сальери понравится твоя работа. Ясное дело. Передавай ему привет от меня. Если что-то еще понадобится, я всегда к его услугам. Я поставил на того же гонщика, что и он. А, я понял. А, то есть тот таймер, он был для того, чтобы... приехать сюда, я могу не торопиться особо, потому что здесь у нас уже хорошо. Говорит, не такая шустрая. Хм, ну конечно. Она с такой же скоростью едет. Все, получилось мост. Я успею. Все нормально. Должен вроде как тормозит, кстати, получше. Сейчас, может быть, мне показалось. Проще стало тормозить. Царапина. Царапина. Это же скотина, а посмотри, что делает. Сейчас
сейчас я выйду. Сейчас эти повороты дурацкие закончатся. Кошетка в пол. Отлично, отлично. Все, работа сделана чисто. Ты справился. Хоть и не с первого раза. В машине не царапинки. Спасибо, Бубик. Это действительно была самая быстрая машина в мире. Наше счастье, что все хорошо кончилось. Я тоже поставил на машину Дона. Похоже, что все поставили. Я и все мои соседи поставили на нее. Думаю, водитель тоже кое-что значит. Конечно. Ладно, не буду тебя задерживать. Спокойно. Счастливо, Бобби. Спасибо за помощь. Возвращайтесь к Сальери. Возвращаться я буду на печальной машине. Что, поехали? Машина, конечно, подугробил чуть-чуть, но главное, что спорткар цел. Буду ехать с ограничителем. Спокойненько. Просто доехать до Сальери. Следующая миссия, так полагаю, это будет та самая гонка, да? Я даже не знаю, дело в том, что она считается сложной, да? Но прикол в том, что я еще не гонщик, нифига. Поэтому для меня это будет, наверное, вдвойне сложнее. В принципе, недалеко. Тут мы поворачиваем. И тут, получается, мы поворачиваем. Кстати, на удивление уже как-то это светать, что ли, начинает. Не рановато ли? Только же 1:15 был ночи. Или мне кажется. Вперед, блин, чё встали? За этого дурачка. Понятно.
показалось, что я его сбил, но ладно. Господи, ведро, давай, жми. Так, он почти на месте. Секс красный. Ну круто. Эй, Луиджи. Эй, Томми. Где все? Все ушли на гонки, ты опоздал. Мне нужно было немного поспать после ночной работы. Ага. Алло. Да. Сэр, он только что вошел. Конечно. Это тебя, Том. Алло? Это Фрэнк, Том. Ты хорошо постарался вчера, но нам снова нужна твоя помощь. Немедленно езжай на гоночную трассу. Парню, который должен был выиграть гонки, сломал руку какой-то громила. Это не случайность. Видишь ли, тебе придется участвовать в гонках. Но, Фрэнк, я... Что? До гонок осталось полчаса. И у меня нет времени обучать вождению кого-то еще. Боже, Том, здесь замешаны большие деньги. Это ты понимаешь. Ага, ладно. Фрэнк, но... Так что я жду тебя здесь, на трассе, как можно быстрее. Ты, вижу, не очень доволен. Да, так оно и есть. Езжайте на гоночную трассу, найдите Фрэнка. Самую компактную возьму. Так, а тут у нас сейчас таймер будет, да? Или нет? Конечно же, тут таймер. Он же сказал, у нас есть полчаса, да? В меру. Тут ехать недалеко, поэтому я успею даже с ограничителем, я думаю. А то, что в гонке придется участвовать, это, конечно. Маршрут уже запомнил, что можно будет вообще без карты ездить. Без вот этих аварийных ситуаций, блин. Направо. Да. Кстати, полиция была. Хорошо, что я. Хотя я бы все равно с ограничением. Скорости входил бы в поворот, потому что тут на скорости вообще не вариант. Вот здесь, пожалуй, давайте поспешим, наверное, да? Почему нет? Вот урода, а. Отстаньте, а. Нашли меня, блин. Не-не-не, все, я уезжаю. До свидания. Превышение скорости. Вообще-то я меньше, чем на 10 км в час превысил. Так что не считается нарушением. Ну, в смысле, это допустимый
грех не успеть, как бы все близко находится, времени дают предостаточно. Там трек, офигеть там людей. Тем не то, чтобы было очень много. Я знал, что мы можем это рассчитывать. Вы правда хотите, чтобы я это сделал? Я же не гонщик. Выбора нету. Ладно, я знаю, это будет нелегко, но у нас нет выбора. Ты выручишь всех нас. Ты думаешь, мне это по силам? Я ведь не знаю правил. Дело проще, чем кажется. Тебе надо прийти первым, чтобы делать. Придешь вторым и деньгам каюк. Но раз мы подправили машину этого клоуна, все должно пройти гладко. И еще, на таких скоростях столкновение обычное дело. Следи за остальными. Удачи, Том. Я знаю, ты можешь. 5 кругов. Я в это не верю. Том, половина соседей и все наши парни поставили на гонщика Дона. Знаешь, что значит проигрыш? Это будет проигрыш Дона. Мы просто растеряем все уважение, ради которого рвали задницы. Люди доверяют нам, в том числе и своим детям. Ты понял, что поставлено? Ага, я понял, Фрэнк. Я понял. Не переживай, сынок. Покажи им всем, из какого теста. Из хренового теста. Сложность. Прочность. Ну, не знаю, давайте прочность, наверное, выключим. Сложность. Нет проблем. Легко. Норма. Давайте я попробую на норме. Кажется, пошли. Пец. Тут там закипело уже, да, в самом начале. Я уже второй, как бы, но... мы понимаем, что это время. Тихо, не надо, нет. Ну, все, короче, да? Начался трэш. 70. Потерялся. Смотри, сволочь, а.
взял. Но теперь их не догоним нифига. Понятно. Надо пропустить. Ясно, понятно. Пробуем еще раз. Прочность вообще не вариант. Также на норме. Понятно. Еще раз. Да, это будет проблемно. Я уж обрадовался, что пропустить гонку, это в смысле вообще ее скинуть. Ой, это было бы слишком легко, правильно? Господи, не носи, пожалуйста, в сторону. Идишь ты нафиг. Нет, 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 нет. Гоняем. Самое главное его удержать, самое сложное, считаю. Пожалуй, сложнее будет их догнать. Нет. Блин, мы все столкнулись. О-о-о, перезапуск. Это уже херня началась. Я сейчас тупо целоваться буду со всеми машинами, пока не окажусь на 13 месте. На старте надо погнать. Понятно. Интересно. Похоже, что мы не ту машину ломали, что-то мне так кажется. Вообще не ту машину. Это все, это потрачено. Понимаете, что я уже не догоняю. Заносить так. Да ладно, ну на чем я там споткнулся? На чем я там споткнулся? Обо что? Там же все ровненько было. Но выше нормальной сложности я даже не буду пытаться ставить. Это просто смерть. Я сейчас первый. Просто удержать место. Блин, долбанных 5 кругов. Настигают.
что за дурацкое место, а? Капец. Еще раз. Ну, это дурацкое место, блядь. Я включать не буду, потому что это нереально будет. Машину выполнить это нереально. Конечно. Все, надеюсь, все понимают, да, что если я закружился, то все, я уже ничего не сделаю. И опять кругов только буду пытаться догнать. Вместо него я у меня это не получится. Я почему-то уверен. Вот это тут вообще не была машина. Какую фигню творит? Подрезали. А, блин, не то нажал. Если я сейчас долго мучиться буду, я просто-напросто поставлю самый величайший уровень. Сделать, но 5, Карл, 5. Я сдуюсь быстро. Вот сейчас я вроде оторвался чуть-чуть, да? Я же сейчас накосячу. На повороте где-нибудь вот на этом. Еще или дальше. 5, да, у меня.
машина начнет клевать землю. Пойми с чего. Вот как вот сейчас, да, все. Я приехал. Это дурацкое место. Там типа текстуры они маленькие. То есть большая такая кочка, да, но при этом машина улетает просто в космос. Это нифига не кочка, это просто красота. А, спасибо. Что прокачали мне машину во время гонки. Косячек, да, в этих местах. Пожалуйста, не прыгай, машина, ну едь, просто едь. Ровно. Очень хорошо. Нет, не сейчас, пожалуйста. Вроде получается что-то, да? Просто главное держаться. Держаться, Карл. Честно, у меня сейчас мандраж. Мало когда у меня вообще волнение вызывает игра. Сейчас, посмотрите, даже на радаре никого нет. Оторвался. Мы не расслабляемся. На нормальной сложности пройти это для меня это все равно что. Для меня это все равно что на самое сложное пройти. Что я не гонщик. Всегда проблема с гонкой. С друзьями в салоне драйв. Всегда проигрывал все гонки. Так что... Где-то единственное, где я мог оторваться, да? Стрелял. Нервирует, кто за мной едет, полосочка. Меня нервирует очень сильно. Тем, что догоняет, что... Смотрите, он приближается. Иди ты нафиг, скотина.
торможать как надо. Четвертый круг, тем временем. Школа оторвался я от него, да? Кто считает, кстати, себя мастером гонок, если будет установить первую мафию, попробует здесь себе показать, что это реально жуть. Но на самом деле я думал, что будет хуже. Не расслабляемся. Гонка еще не выиграна. Нифига она не выиграна. Еще два круга, блин, ехать. Хорошо, хорошо. Раз. Неплохо. Все нормально. Просто держим планочку. Последний круг. Димон. Жми на газ. Жми, как ты еще никогда не жал. Последний круг. Да-да-да. Надо замедляться. Сейчас, конечно, его догонят. Оторвался я от него. Главное, не закосячить на последнем круге. Все у нас будет хорошо. На средней сложности. Жуть какая. Просто жуть. Давай, давай. Там что, на спидах, что ли? Извините, трудный профессионал мне, я думаю, не по силам. Эти сложности. Я прошу прощения. Гонка и так достаточно. Тихо, осторожно. Вот здесь у него сейчас есть шанс меня догнать. Но я ему его не дам. До финиша осталось-то всего ничего. Я прошел самую опасную зону. Не могу сказать, что я с первого раза прошел, я его запускал в самом деле. Но я это сделал. Я прошел на среднем уровне сложности эту гонку. Даже за одну серию. Отлично. Лучшее время круга. Продолжить. Спасатель, ну это типа венок, но на самом деле это спасательный круг какой-то. Прошли, слава богу. Я знал, что ты не подведешь нас, Дон. Теперь ты действительно один из нас. А, то есть два года был не один из вас, да? Томми, ты теперь всеобщий любимец. Люди это не скоро забудут. Кстати, заскочи-ка ты к Бертоне. Он тоже поставил на тебя и выиграл кучу денег. Так что он хочет отблагодарить тебя, чем сможет. Ну? Ладно, заеду. Поздравляю, крутой герой. Спасибо. Я пытался, я старался. Так, Луке Бертоне, да? Хорошо. Сядем в наш спорткар. Через мост.
поставлю ограничитель. Сейчас мы копы не нужны. Мы уже нагонялись, так сказать. Направо получается. Направо через тоннель. Кибертон. Благодарить. Что-то мне подсказывает, что на самом деле, не знаю, тут можно ожидать подвоха в любом задании. Благодарить. Как бы это ни была засада. Хотя подождите, это тот техник. А, это техник. Да, к которому мы привозили машину. Курень. Видите, пожалуйста. Заслуженный гонщик Америки. Получается, под этим мостом прям находится. Видок тут, конечно, да. Номер, жаль, пустой. Тут, помимо заданий мафии, делать нечего больше. То есть, типа, ну, город есть, есть, машины ездят. Ну что там, игра 2002 года. Грех на нее жаловаться. Давайте вот здесь приедем. Так, налево получается и направо, да? Осторожно, с дороги! Все нормально, не парься. Приехали. Здрасте. Дома есть кто? Эй, привет, Томми. Тут я. Здорово. Эй, Том, поздравляю с победой. Ты молоток. Сначала я думал, что тебе слабо, но когда ты стартовал, я сразу понял, кто придет первым. Я выиграл кучу денег, и чтобы ты не думал, что я неблагодарный, я научу тебя кое-чему. А-а-а. Видишь эту кралю? Понимаешь, я не могу тебе ее отдать, зато скажу, как достать такую же. Смотри, как легко забраться в эту девочку. А как бы она без крыши, можно просто, это ж... Вот, пожалуйста, ну, типа... как два пальца. Ладно, я думаю, что я справлюсь. Есть еще одна, которая принадлежит богатенькой шишке из мэрии. Весь день она торчит на стоянке за зданием муниципалитета на Центральном острове. Загляну туда и проверю, правильно ли она припаркована. Когда она тебе надоест, заходи. У меня всегда есть что-нибудь новенькое. Эту спасибо, Лука. Обязательно воровать. Загляну как-нибудь после работы. Ладно, свидимся. Если это не обязательное задание, то... Вот это обязательное задание, да. Хорошо. Ладно, давайте, пожалуй, на этом закончим. Вот, в следующей серии тогда продолжим. Поедем воровать эту машину, далеко она. Где-то на Центральном острове. В общем, ладно. Прошли мы эту гонку. Фух. Вот, ладно. Всем спасибо за просмотр. В следующей серии.